В оконце солнце светит ярко, и птица песенки поет, журчат ручьи, 8 марта, 8 марта к нам идет, цветы, конфеты и улыбки вам дарим щедро от души, мы любим вас и понимаем, вы воплощение любви. 1 марта. День Мариамны. Она была сестрой святого апостола Филиппа и продолжала его дело, дав обет девства. Март месяц. Март месяц – это утро года, рубежная пора, когда день с ночью равняется. По народному поверью, мартовское солнышко дает всему живому силы. Природа пробуждается для нового цикла жизни. Используйте вот этот мартовский импульс для своего оздоровления. Интересно, что в этот день всегда ударяли морозы. Были и поговорки. Теплый мартовский день обманчив. Марток надевает 7 порток. Наши предки считали этот день началом года. По этой причине прославляли бога плодородия Ярилу. Он же солнце. Сегодня не работали, радовались и молились богам. Согласно преданию, в этот день повесился христопродавец Иуда на осине. Поэтому сегодня было положено молиться за близких людей, чтобы в роду не было самоубийц.